Андрей Владимирович. Не проще стоит, честно говоря. Но, во-первых, я вам признателен за тот интерес и то внимание, которое, значит, обнаружено к каким-то моим соображениям на сей счет. Мне проще, конечно, гораздо не превращать все это в некий монолог. У меня нет опыта, я не ректор. А скорее как отвечать на ваши вопросы. Это мне было бы просто легче, наверное, всем было бы полезнее, правильнее, если бы так произошло. Я позволю себе короткое выступление, начиная с того, что мне приходилось слышать, чего это вдруг, значит, Бог занялся территориальным планированием, протеги пространства развития. Он вроде как не по этому делу, и никогда этим не занимался. На самом деле я принадлежу как бы тому поколению и той категории вообще архитекторов, которые глубоко убеждены в некоторой целостности нашей профессии, неразделимости, неразделенности архитектуры, строительства. И так получилось, что мы были в этой традиции, в общем, воспитаны в институте. Спустя 6 лет после того, как закончился НЭМ, двумя своими коллегами, Славой Снегиревым, Владимиром Гудковым, мы сделали общий диплом под названием «Сетевой город», город Москвы до Горького. И это было неким дополнением таким к диплому в таком обычном ЖОСовском объеме. То есть мы сделали там домики все, там вокруг домики. А потом так получилось, что это было, конечно, такое удивительное время. Время, когда выходила масса новых книг, время, когда мы открывали для себя какие-то абсолютно новые, так сказать, новые знания, новые представления, весьма отлично те, которым питались даже наши предшественники из мира. Прежде всего, это вышли Роберт Винрад, книжка знаменитая, книжка «Бертоланфи», и мы получили представление о том, что, в общем, такое системное видение, что вот да, есть такой продуктивный взгляд, которым можно пользоваться, и который дает совершенно фантастический эффект при приложении вот таким, в общем, вполне практичным областям, как, скажем, архитектура, пространственное развитие и прочее. Потом, после, или даже параллельно с вот этими тремя годами в Моспроекте, все мы были еще аспирантами и сотрудниками даже в какой-то степени института теории истории, где по инициативе нас, как Николая Петровича Баранова, была такая работа большая, которая называлась «Города будущего». И город Горнострой немалые деньги выделял трем компаниям или четырем компаниям, которые принадлежал Владимир Петрович, здесь сидящий, для того, чтобы эти люди свободно и спокойно могли, значит, размышлять на эти высокие темы. Мне чрезвычайно повезло в общении с людьми, которые были моими руководителями, которые меня опекали в институте теории. Прежде всего, Вердина Розовна Николаевна, которая возглавляла, представьте себе, это был сектор социальных исследований. Один из первых, вообще говоря, каких-то подразделений такого рода вообще в стране. Возникло это, в общем, на волне совершенно других настроений, другого взгляда на город, когда город стал не предметом манипуляции, прежде всего, не предметом прямых воздействий, не предметом проектирования и жесткого регулирования, а предметом исследования. И, конечно, не могу не вспомнить Илью Моисеевича Смолера, который был принадлежал к группе таких великих фигур с ним Снепограда, который занимался новыми городами, который занимался групповыми системами расселения, и так далее. Человек необычайно широких взглядов, человек очень умный, со склонностью к такому строгому, очень дисциплинированному научному знанию. И еще раз, речь не шла всякий раз о том, кем быть вообще архитектором, или градостроителем, или специалистом в области районной планировки. Речь о том, что
все эти уровни, они абсолютно неотделимы друг от друга. Все, что происходит в области архитектуры, теснейшим образом связано с тем, что происходит в пространстве региона, в пространстве города, в пространстве страны и так далее. Более того, в общем, нельзя заниматься, нельзя понять смысл и сущность того, что ты делаешь, там, строили, рисуют какой-то, не видя чего-то большего. Пришло понимание того, что пространство не есть нечто изолированное, существующее само по себе. Что существует пространство-время, что существует совершенно особая реальность, которая может регулироваться, которая может заниматься, которая и проектирует вместе это. Именно в это время, и спустя какое-то время, возникло четкое представление о разделенности вообще всей практики, связанной с городом, ну как бы на два таких содержательных блока. Это условно говоря, градостроительство или развитие пространства, пространственное развитие, в котором самой деятельной непосредственной части принимают архитекторы, то, что связано с проектным сознанием, с проектным мышлением, с проектным подходом и так далее. И то, что сегодня называется градрегулирование. То, что связано с практикой управляющих воздействий, с практикой, так сказать, мягких, жестких и так далее, и так далее. Но когда мы говорим о градрегулировании, надо отчетливо понимать, что мы имеем дело уже с выстроенными некими пространственными системами, что мы имеем с некими временными как бы структурами, и речь идет действительно об управлении, а не неоразвитии. И потом произошло, так жизнь сложилась, что в течение длительного времени как-то я особо этим не занимался. Кстати сказать, конечно, я не могу не упомянуть двух близких мне людей, это и Глазачева, и Гуднова, которые принадлежали вот, или создали в значительной мере тот тип сознания, который не расчленен в очень целостном сознании, где архитектура, где непосредственно тактильное окружение, среда и так далее, были теснейшим образом связаны. Ну, с Глазачем мы еще долгое время работали на Синеже, где тема города, тема пространства, природного пространства, рукотворного пространства и так далее, тема предмета и вещи, того, что потом объединяется вот в этот единый феномен предметно-пространственной среды, где она была главной, как бы профилирующей, доминирующей. Одним словом, я говорю вот о некоторой целостности, которая, как показалось, в общем, является собой нечто абсолютно ясное, абсолютно достоверное, и не может быть просто иной основы в подходе к вообще профессиональной практике. Тем не менее, так получилось, что вот спустя какое-то время вдруг я как-то, значит, оглянулся вокруг себя и вдруг понял, что произошло нечто принципиально важное, существенное. Во-первых, были ликвидированы, растворились, были уничтожены, не знаю что, это практически все исследовательские институты. Научное знание было в течение нескольких лет, и научные институты практически демонтированы. Все там, республиканские, федеральные, такие, сякие и так далее. В известной степени те люди, которые относятся к категории лиц, принимающих решения, перестали хоть какой-то минимальный интерес проявлять вообще к научному знанию. Просто. Это исчезло, как сейчас принято этим дискурсом. В этом, как выяснилось, в общем, особой нужды нет. И возник просто иной тип сознания, достаточно четко очерченный, который присущ вот людям сегодня, несущим ответственность за формирование вообще пространства, среды и всего остального. Они принципиально иные, они существенным образом отличны от профессионалов, условно скажем, традиционного типа. Эти люди называют себя урбанистами, менеджерами, предпринимателями и так далее. Но именно они сегодня самым радикальным, самым прямым и непосредственным образом влияют на формирование нашего окружения, влияют на формирование пространства. В общем, создавая контуры того, что принято называть политикой. Эта политика не сформулирована
отчетливо. И многие говорят, наивно полагают, что, в общем, если она есть сформулирована, значит, ее нет. Она есть, она существует. Эта политика, она носит такой латентный, как бы скрытый характер, отсутствующий характер, но она есть. И именно эта политика формирует тот тип пространства, тот тип среды, который сегодня формируется, который сегодня складывается. Так было практически на протяжении 25 лет до какого-то вот, до недавнего времени. И вдруг мы с вами видим, что год назад, полтора года, два года назад возникает цепь событий. Я бы отнес к ним выход 172 закона и начало работы над документом, который называется «Стратегия пространственного развития». Я бы отнес к этому, несомненно, конечно, майские указы президента, три четверти содержания которых, по меньшей мере, связаны с пространственным развитием. И в первую очередь, это, конечно, 120 миллионов квадратных метров жилья плюс городская среда, что тоже характерно, конечно. И последнее – это не обращение неких весьма влиятельных лиц, и мы представляем, что это за лица, обращение к президенту с предложением, в общем, пересмотреть сущность содержания того, что есть генеральный план. Плюс к этому, давайте вспомним всю активность, связанную с отрекой, конкурсы, проводимые по этому поводу, огромные средства, выделяемые из государственного бюджета и передаваемые муниципалитетам на развитие среды, средовые комплексы и так далее. И мы с вами поймем, что да, действительно, вдруг не только нам, но и лицам, принимающим решения, обществу, власти, стало понятно, что что-то здесь как бы не так, что-то, в общем, в этом королевстве неправильно. И действительно, в общем, если мы пытаемся себя сравнить сегодня с нашими соседями на Западе, там, со странами Евросоюза, с нашими соседями на Востоке, если говорить о Китае, о Южной Корее и Японии, то мы увидим, что, в общем, наша среда, то пространство, в котором мы живем, уровень ее организованности, уровень комфорта, я не люблю очень это слово, но тем не менее, в общем, это слово вошло в лексикон, и за ним угадываются какие-то смыслы. Существенным образом отличное от всего того, что происходит в окружающем нас мире. То есть в этом соревновании в сфере вот, того, что принято называть благополучием, средой, качеством окружения, качеством жизни, мы похоже, проигрывать начали. И это ощущение приводит вот ко всем тем итогам, о которых я сказал. Значит, первая стратегия пространственного развития, затем президентский указ. И, наконец, я думаю, что число этих поводов будет расти и будет увеличиваться. Но мне хотелось бы остановиться на вот этих вот трех сюжетах. Так получилось, что в какой-то момент, после нескольких бесед, в которых, значит, как-то я беседы с разными, самыми разными людьми, попытался выразить некие сомнения в отношении базовой идеи, готовящейся тогда стратегии пространственного развития. Идея эта сводилась к тому, что вообще нам надо 14 или 17, или 15, или 12 агломераций развивать. Значит, в итоге этого мне предложено было написать какую-то краткую записку. Что это такое? Переходя как бы к концу, я нисколько не не стремясь каким-то образом подчеркнуть свое, значит, участие в этом деле. Слава Богу, думаю, что здравый смысл отчасти победил. И вот это базовые идеи, которые действительно, в общем, вполне отчетливо и однозначно, и жестко была сформулирована, она затем была как-то редуцирована, смягчена, и если не вполне ушла, то, по крайней мере, значит, была как-то существенным образом завуалирована. Меня поразило вообще все подготовки этого документа. Прежде всего, его автор, его участники. Это совершенно новый тип вообще подготовки, новая методика, когда этим занимаются люди вообще без имени, когда возникают документы, не имеющие практически автора. Вот новые институты, если вы обратите внимание, да, это Дом РФ, Стрелка, кто там еще у нас есть, это собрание абсолютно людей без лица практически. Вы никогда не найдете лиц ответственных, носителей той или иной идеи. Это какие-то
тексты, да, потоки, так сказать, каких-то слов, без внятного, без такого, без персонификации, как бы. Что само собой, то же самое вот с этой стратегией пространственного развития. Я все время пытался понять, вообще, значит, чиновниками и сменами в орбите, что же, кто там это все пишет. Ну, знаете, вот мы сейчас сотрудничаем с Ярославом Грузи, потом, значит, ценой. Да, выяснилось, что, в общем, кто-то там на Геофаке, конечно, это эконом-географы, не самые лучшие, не главные отличники. Вообще Геофак МГУ когда-то был блистательным местом. Там был великий Радаманис, там еще были всякие люди, значит, Смирнягин был такой. Это даже не их ученики, это кто-то еще. Кто-то еще, и вот, значит, документ этот, надо сказать, сегодня принят. По существу он мало изменился. В нем исчезли какие бы то ни было акценты, какие-то, как я уже сказал, жесткости, какие-то принципиальные достаточно положения. Он оказался абсолютно сглаженным, таким, в общем, нейтральным. И в этом состоянии он укреплялся. Что же, в общем, больше всего на самом деле поражает? Первое – это отсутствие понятийного аппарата внятного. То есть один из главных таких принципов, признаков вообще нормальной, качественной работы – это работа, в общем, опирающаяся на какие-то понятия. Мы используем сегодня слова «среда», «агломерация», «мегалополис» и так далее, не пытаясь выстроить, так сказать, достаточно точное определение. Больше того, если мы говорим об этом как о неких, не знаю, метафорах, так далее, просто это не страшно. Но когда эти слова попадают в принципиальные документы, правительственные документы, да, не будучи определенными, это странно по меньшей мере. Но чувство дискомфорта при этом, в общем, ни у кого не возникает. Вот это, в общем, одно из первых таких открытий, которое меня поразило. Дальше возникают просто попытки понять, какой же смысл вкладывается, скажем, слово «агломерация». Что вообще видится за этим словом «агломерация»? Я слушал целый ряд выступлений, достаточно, в общем, авторитетных, казалось бы, серьезных, солидных экономистов, я не буду их называть, которые, как выяснилось, в общем, провести границу между агломерацией и большим городом не в состоянии. Они не понимают, что это явление абсолютно разного порядка, совершенно разной природы. Абсолютно разное. Потому что большой город – это город, то есть это вполне закрытое образование. Агломерация – это совершенно открытое образование, в которой нет границ. И когда какой-нибудь мальчик из этой самой стрелки пишет, что главная для нас сегодня задача – найти границы агломерации, правильно определить и кончать с агломерацией, я говорю, господи, ты же книг не читаешь, ты вообще понятия не имеешь, что живой. Смысл агломерации в том, что не город, это сообщество, которое имеет растянутую, протяженную границу, там есть, не знаю, там часовая из окрона, полчасовая, пятичасовая, и вообще нет ни агломерированных поселений, если угодно. Их нет, понимаете? Другое дело, что мы не умеем управлять пока этим явлением. Мы действительно не научились, не мы одни не научились. Это сложное искусство управления агломерацией, оно постигается в разных странах по-разному, разные годы, кстати, системы ограничений. Видно, что эти люди понятия не имеют, в общем, о том, что все это есть, что все это в мире происходит. Агломерации, я им объясняю, бывают разные. Бывают агломерации интроверты, бывают агломерации экстраверты. Вот Мехико, Джакарта, там Лагос – это тоже агломерация, но это катастрофа и кошмар. И количество людей, там 20 миллионов, которые проживают, это не те 20 миллионов, которые способны создавать новую культуру, новые инновации какие-то, создавать новые стандарты, там, не знаю, поведенческие, средовые и так далее. Это катастрофа, это кошмар. Это агломерация, которая полностью иссушает все окружение и не приводит к никакому развитию в конечном итоге. Есть агломерации другого типа. Агломерации экстраверта, которые напротив растягиваются, которые очень агрессивно, достаточно высокой скоростью проникают во внешний мир, которые охватывают все больше и больше число окружающих поселений, вовлекают их в единые рынки, рынки труда, рынки, не знаю, жилища и так далее, и так далее. И на этом фоне размер и население больших городов, оно падает, оно не
дестабилизируется. И это разный тип агломерации. Говорить о том, что агломерация это благо, это в общем, достаточно наивно. То же самое касается, предположим, понятия среды. Под средой, понимаете, во-первых, вы нигде не встретите определение среды. Вот есть документы, да, больше того, значит, есть указ президента, где говорится городская среда. Во-первых, почему городская? Это совсем необъяснимо. Это совсем необъяснимо, если просто попытаться понять, что такое город и почему город. Из чего вдруг мы снова полюбили город, когда город вообще на самом деле, тот город, который сложился в 19 веке, его уже не существует, его просто нет, этого города. Существует нечто иное вполне, иная реальность, другая, потому что город, как некая противоположность деревни, да, он, в общем, сегодня отсутствует. Сегодня существует вполне непрерывная, растянутая, не имеющая разрыва, линейка сред от очень высокоплотных каких-то участков застройки до каких-то природных территорий. И сердцевина этой линейки заполняется особой тканью, в которой живет порядка 70% населения Соединенных Штатов, 65% европейцев, ну и так далее. Это называется по-разному, называется пригород, называется там соберами, называется малыми городами, спутниками и так далее. Это тот тип среды, который характерен одним. Люди владеют собственным домом семейным, дверь из которого открывается не на лестницу, а на лужайку, на дорогу и так далее. То есть это не квартира. И эта простая реальность, она, в общем, некоторым образом как бы не оказывается недоступной сегодня. В итоге просто отсутствует в круге представлений все то, что называется пригородное строительство, монтажное строительство и так далее. Просто этого нет. Это черная дыра, это абсолютно нерегулируемая область, которая не покрывается ни гранд-кодексом, ни какими-то документами, ни согласованиями, ни экспертизой, ничем. Если вы проедете просто по подмосковным этим самым огромным территориям сегодня, да, тянущимся на многие километры, занимающимся гигантские пространства, вы увидите, что это действительно так. Это пространство без инфраструктуры, это пространство без инженерных сетей, без какой бы то ни было организации, без каких-то соседских взаимоотношений и так далее. Соседские взаимоотношения – это особая категория, о которой тоже нельзя сказать. Нельзя не сказать. Чем вообще говоря, отлично, принципиально отлично города европейские, Евросоюза или города российские, скажем, после полиформенной, после земской реформы от современных городов? Тем, что там присутствовал совершенно отчетливый, мы сказали бы сегодня, субъект средообразования в лице локального сообщества. Там присутствовал хозяин, владелец дома, да? Хозяин